Позади остались все капризы погоды с заморозками и снегопадами. Монохромные пейзажи уступили место ярким цветам. Впереди лето со всеми его прелестями. Теплые месяцы года дают нам массу удивительных возможностей. Можно съездить отдохнуть, можно, наконец, позволить себе стать лучше и красивее. И, конечно, побаловать себя покупками. Ну а как тратить деньги с умом и получать от этого максимум удовольствия, традиционно расскажем в нашей передаче. В эфире программа «Покупатель всегда прав». Ваш персональный гид в бескрайнем океане сделок между покупателем и продавцом. Долгожданная пора отпусков началась, а значит, самое время планировать маршруты и направления отдыха. Где лучше всего отдохнуть поздней весной и летом? Куда отправиться с детьми, что посмотреть в России и на чем реально сэкономить? Эти вопросы задает себе сегодня едва ли не каждый, а мы уже нашли на них ответы и точно знаем, где вас ждут самые интересные и выгодные предложения. Чтобы узнать все об особенностях летнего отдыха 2017, мы отправились в салон путешествий «Bon Voyage». Восторженные отзывы сотен туристов и огромное количество грамот и благодарственных писем лучше любых слов говорят о высоком качестве предоставляемых здесь услуг. Ну и, конечно, менеджеры агентства – это люди, влюбленные в свою работу, поэтому предлагают туристам только самое лучшее. Пальму первенства в летнем отдыхе традиционно держит Турция. Здесь и приятные цены, и стабильно высокий уровень сервиса. Идеальное место для семейного отдыха, для отдыха с детьми, для отдыха всей семьей. Лететь близко, пляжи хорошие, совершенно безопасно на курортах. И все равно цена-качество лучше Турции, пляжный отдых еще никто не придумал. Хороши для семейного отдыха также Тунис, Испания и Греция. Кстати, именно Греция в последнее время все сильнее завоевывает сердца туристов, радует ценами и дает длинные визы даже для начинающих путешественников с чистыми загранпаспортами. Новое направление этого года – Грузия. Наконец туда стали летать чартеры. Батуми и Тбилиси, а также комбинированные туры откроют вам колорит этой гостеприимной страны. Колорит, кухня, нет языковой разницы, то есть старшее поколение все говорят на русском. Близкий перелет, менталитет. Все-таки восточное, кавказское, вот это вот гостеприимство грузинское, достаточно недорого. Грузия – это Черное море, а значит традиционные курортные месяцы с июня по сентябрь. Подобрать можно как отели люкс уровня, так и вполне доступные эконом-варианты. Европа популярна в любое время года, и количество предложений здесь позволяет каждому выбрать что-то для себя. В Чехии и Венгрии отдых можно совместить с лечением. В Испании, Италии и Португалии – отличные пляжи. Для экономных и энергичных туристов – автобусные туры, а для ценителей комфорта и ярких впечатлений – безусловный фаворит – морские круизы. Ни с чем не сравнимый отдых. За те же 8 дней посмотреть 3-4 страны, то есть вы днем у вас экскурсии, вечером у вас шоу и по системе все включено для Европы, да, то есть это очень здорово. Для тех, кто предпочитает отдых в России, Bon Voyage также готов предложить огромный выбор направлений. Те же круизы разной продолжительности по Волге. Новинка сезона – круиз по Черному морю из Сочи до Крыма. Что касается Сочи, здесь действует хорошая чартерная программа и можно поймать очень выгодные горящие туры. А еще туристический лайфхак от агентства Bon Voyage. Для тех, кто хочет сэкономить в сезон в Сочи, очень хороший вариант – это отдых, как ни странно, на Красной Поляне. То есть люди живут на Красной Поляне, там есть бесплатные трансферы. У отеля Красной Поляны есть собственные пляжи. Там не так жарко будет в июле, в августе, нет такой влажности, природа шикарная. Для тех, кто привык экономить, очень недорогие автобусные туры прямо из Сарова в Геленджик и Анапу. Проезд и проживание на 12 дней стоит всего от 8 тысяч рублей. Кстати, планируя отдых на конец лета, бронируйте туры уже сейчас. Обойдутся они намного дешевле. Специалисты предупреждают, горящих путевок на российские курорты в июле-августе не будет. И еще одна возможность сэкономить – выбрать летом азиатские страны. Май, июнь и июль – низкий сезон в том же Таиланде. Это значит, что вы можете застать несколько дождливых дней, но при этом не останетесь и без солнца, а тур вам обойдется по очень доступной цене. У нас в этом году появились новые уникальные предложения. Мы стали в этом году представителями нескольких туроператоров, это Санмар Музенидис, то есть мы можем давать какие-то эксклюзивные предложения, эксклюзивные цены только, опять же, для нас.
так что приходите. Салон путешествий «Бон Вояж» дорожит доверием своих клиентов, что уже доказали за годы работы. Менеджеры компании 24 часа на связи с вами на случай непредвиденных ситуаций, а значит, ничто не сможет омрачить ваш отдых. Турагентство «Бон Вояж» – сказочное путешествие вашей мечты. Телефон 30523, сайт bonsarov.ru. Когда нам нравится наше отражение в зеркале, это всегда поднимает нам настроение. А значит, мы идем по жизни уверенно, достигая успехов и побед во всех ее сферах. Но экология, стресс и неправильное питание приводят к преждевременному старению и увяданию нашей кожи, к ее несовершенствам и проблемам. Однако современные косметологические технологии позволяют не только сохранить, но и восстановить молодость и здоровье нашего лица и тела. А значит, благодаря им сегодня вы можете быть уверены в том, что вы выглядите всегда безупречно. Возможности современной медицинской косметологии действительно практически ничем не ограничены. Повернуть время вспять и стереть с лица 10, а то и больше лет. Победить акне, избавиться от шрамов и пигментных пятен. Похудеть без изнурительных физических нагрузок и добиться идеальной гладкости кожи. Все сегодня доступно. Впрочем, качественный и долговременный результат вам могут гарантировать только сертифицированные медицинские центры, имеющие все необходимые лицензии. В Сарове это медицинский центр «Шоколад». Шоколад – это высококвалифицированные специалисты, в том числе врач-косметолог, современные аппараты, имеющие сертификаты соответствия, и новейшие косметические и медицинские препараты. Центр работает по стандартам Министерства здравоохранения и соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологического режима, имеет лицензию на проведение услуг и использует в своей работе одноразовые медицинские материалы для проведения процедур. В медицинском центре «Шоколад» собраны самые востребованные и проверенные временем и сотнями клиентов процедуры, которые быстро и безболезненно помогут достичь гарантированного результата – здоровой и красивой кожи и подтянутого тела. Один из лидеров врачебной косметологии – лазерные технологии, воздействующие на разные уровни эпидермиса и обеспечивающие эффект глянцевого лица. В комплексе с лазерными процедурами, а также отдельно в целях оздоровления и профилактики старения кожи, незаменим лифтинг PRP-плазмой, который продляет жизнь клеток, обладает мгновенным моделирующим действием и обеспечивает глубокое увлажнение кожи. Вернуть вам молодость поможет нитевая подтяжка, один из признанных бестселлеров современной косметологии. Эффект как от хирургического лифтинга, но при этом нитевой лифтинг не требует длительной реабилитации. Сразу после процедуры вы спокойно вернетесь к привычному ритму жизни. Большой популярностью в медицинском центре «Шоколад» пользуются процедуры контурной пластики. Обладая глубокими знаниями в области анатомии лица, врач-косметолог с помощью инъекций вернет вашей коже молодость, эластичность и упругость. Эффект от процедуры сохраняется несколько лет, но а хорошей профилактикой мимических морщин станут инъекции ботокса. Решают в медицинском центре «Шоколад» и проблемы лишнего веса. Вакуумный массаж дает видимый эффект уже после первой процедуры. Уменьшение объема и гладкая кожа без следов целлюлита вам гарантированы. Также уменьшить объем на 25% за одну процедуру позволяет криолиполиз. Применяется процедура избирательно для разных проблемных зон и корректирует вашу фигуру именно там, где вам нужно. Еще одно оружие в борьбе за идеальное тело – комплекс Body Shape. Он позволяет подтянуть кожу тела, сделать ее более эластичной, устранить целлюлитные проявления и растяжки. Хорошая альтернатива спортзалу – прессотерапия. Ее лимфодренажный эффект превосходит все другие аппаратные и мануальные методы коррекции фигуры. Также в медицинском центре «Шоколад» вам предложат процедуру гидромассажа, которая не только позволит держать тело в тонусе, но и поможет вам расслабиться. Солнечное настроение вам подарит солярий, ну а подчеркнут вашу красоту мастера маникюра и педикюра, а также стилисты-парикмахеры. Еще одна популярная услуга салона – татуаж. Кстати, в «Шоколаде» специалисты-косметологи подберут для вас домашний уход, профессиональную косметику, которая надолго позволит сохранить эффект от косметических процедур. Медицинский центр «Шоколад» – ваш красивый ориентир на пути к совершенству. Проспект Мира, 3, телефоны 75787 и 70131. Чтобы взять от лета все и в полной мере насладиться теплом и отдыхом, нужно заранее позаботиться о своем здоровье. Потому что когда у тебя что-то болит, ты не можешь чувствовать себя счастливым на все 100%. Поэтому, если до этого времени вы не уделяли достаточного внимания своему здоровью, пришло время это изменить.
Лечение заболеваний позвоночника и суставов без лекарств и операций. Это звучит как фантастика, но это реальность. Центр доктора Бубновского работает по уникальным авторским методикам оздоровления, восстановления и профилактики. Когда впервые попадаешь сюда, не можешь не удивиться. Кажется, что это спортзал, но на самом деле все намного серьезнее. Доктор Бубновский впервые в мировой практике обратился к мышечной системе организма человека как к основному лечебному фактору. И результаты говорят сами за себя. Более 1,5 миллионов историй выздоровлений, и число это растет с каждым днем. В основном обращаются с проблемами опорно-двигательного аппарата. Это самая основная, самая главная проблема, которая сейчас беспокоит. Такое понятие, как остеохондроз, он у всех на слуху, набил оскомину, но несмотря на это, в общем-то, жалоб действительно очень много. Это и головные боли, это прострелы в пояснице, это и боли, не менее, в руках, мурашки. Это и боли в суставах. В общем, большой достаточно перечень заболеваний опорно-двигательного аппарата, с которыми мы здесь работаем. Работа с каждым человеком в центре Бубновского строится исключительно индивидуально. Для каждого подбирают свой график занятий, набор упражнений, их интенсивность. За выполнением следит инструктор, направляет, подсказывает, помогает. Обязательно контроль артериального давления. Все изменения фиксируются в индивидуальных картах. Построено на специально подобранных упражнениях. В основе подбора упражнений лежит миофасциальная диагностика. Это система, которая понятна не только специалистам, но и самим пациентам. В процессе занятий проходит несколько таких курсов и проводится данная миофасциальная диагностика для отслеживания лечения в динамике. Динамика достаточно бывает ярко выражена, особенно на ранних стадиях проявления остеохондроза или каких заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом. Еще раз обращу ваше внимание на то, что методика доктора Бубновского – это не медикаментозная система лечения опорно-двигательного аппарата. Она не подразумевает ни лекарств, ни операций. Организм человека восстанавливается в процессе занятий. Это удивительно, но всего несколько сеансов такой лечебной физкультуры, и люди забывают про боли, которые, бывает, мучили их годами. Ранее, например, ему назначались различные нестероидные противовоспалительные и безрезультатно, то в течение 6 занятий бывает боль уходит и безвозвратно. В тяжелых случаях, когда уже идут более серьезные деструктивные разрушения самих суставов, курс лечения, конечно, может быть продолжаться и 1,5 года, и для некоторых всю жизнь. Формулировка «всю жизнь» ни в коем случае не должна вас пугать. Это норма в каждом дне заботиться о своем здоровье. Методика Бубновского направлена не только на лечение опорно-двигательного аппарата, но также и на профилактику его заболеваний. Кроме того, эти занятия, безусловно, помогут держать ваше тело в тонусе. Это современная кинезитерапия, лечебная физкультура, которая подходит практически каждому. В зале можно встретить и подростков, и людей уже солидного возраста. Для многих посещение центра стало уже образом жизни, здоровым образом жизни. Кстати, со стороны некоторые упражнения кажутся невероятно тяжелыми и для неподготовленного человека прямо-таки невыполнимыми. Но в этом и особенность тренажеров Бубновского. Занятия на них по силам всем, особенно с учетом того, что инструкторы, принимая во внимание все особенности каждого конкретного посетителя, настраивают тренажеры индивидуально. Я лично убедилась, это проще, чем кажется. Высоких результатов в лечении в центре Бубновского удается достигнуть именно благодаря контролю выполнения программ на каждом этапе. Ну и, конечно, перед тем, как приступать к занятиям, просто необходима консультация специалиста. И будьте внимательны при выборе центра. Спрашивайте лицензии и сертификаты. Часть центров в городе уже пытаются использовать данную методику, не владея ей. То есть посмотрели телевизор, посмотрели интернет, купили похожие тренажеры и думают, что они уже ее освоили. Таким образом могут нанести вред. Здоровье в движении. В центре доктора Бубновского. Улица Зернова, 11. Телефон 6-72-76. Вокруг все цветет, пора ярких красок, но плохое зрение может помешать вам в полной мере оценить окружающую красоту. Чтобы очертания вокруг вас не были смазанными и вы замечали даже самые мельчайшие детали, нужно правильно подобрать очки. И если подойти к этому выбору грамотно, то очки эти не только сохранят ваше зрение, но и станут стильным дополнением вашего образа.
Когда вы плохо видите, вы постоянно щуритесь, и это не добавляет вам красоты, в отличие от стильных очков. Правильно подобранная оправа поможет вам выделиться из толпы и создать ваш индивидуальный образ. Оптическая промышленность развивается космическими темпами, и сегодня дизайнеры предлагают огромный выбор моделей очков абсолютно под любой тип лица. Специалисты сети магазинов «Оптика НН» внимательно следят за всеми модными тенденциями, поэтому здесь вы без труда сможете найти для себя идеальную оправу. Впрочем, красивая и стильная оправа, хоть и важная, но далеко не самая главная характеристика очков. В первую очередь очки, конечно же, должны корректировать зрение, быть максимально комфортными. Когда наш глаз видит окружающий мир искаженно, его мышцы начинают работать неправильно, не так, как предусмотрено природой человека. Это может привести к дальнейшему ослаблению зрения. Поэтому специалисты оптики НН индивидуально подходят к каждому клиенту, подбирая под каждого особый тип линз. Например, тем, кто работает в офисе, здесь предложат офисные линзы, которые дают коррекцию зрения на разное расстояние. Они дают коррекцию за столом, когда человек сидит на 33-35 сантиметров. Компьютер, другое совсем расстояние. Клиент и даже те, кто сидит в кабинете. То есть здесь у нас много фокусов идет в линзе. И поэтому каждый раз идет правильная коррекция зрения. Благодаря такой коррекции зрения глаз не напрягается, отсюда снижается и усталость человека после рабочего дня. Есть специальные линзы для тех, кто занят домашней работой, и для тех, кто ведет активный образ жизни. Работая с каждым клиентом, специалисты оптики НН не просто измеряют зрение приборами, они подбирают коррекцию, исходя из потребностей человека. Есть люди более активные, то есть они и водят автомобиль, они работают, водят автомобиль. Здесь мы предлагаем прогрессивные линзы. Обязательно нужно четкое изображение вдаль, поскольку человек водит автомобиль, среднее расстояние, вот, и близкие, допустим, что-то там надо прочитать, набрать на сотовом телефоне номер и так далее. Благодаря современным технологиям нет практически ничего невозможного, и в оптике НН можно подобрать одни очки, которые подойдут на все случаи жизни. Есть здесь и уникальное предложение – очки с диоптриями для подводного плавания. Предложат в оптике НН и очки для вождения, а также специальные клипсы на очки, например, для вождения в темное время суток или для защиты глаз от солнца. Я вот, например, совсем не ношу контактные линзы, поэтому в особо солнечные дни передо мной стоит непростой выбор – либо хорошо видеть, надевая при этом обычные очки, либо защищать свои глаза от солнца, выбирая солнцезащитные очки. В оптике НН эту мою проблему сложного выбора решили. Здесь предлагают солнцезащитные очки с диоптрийными линзами. Все просто, точно так же, как и с обычными очками. Вы выбираете оправу, которая вам нравится, а уже к ней подберут линзы, исходя из особенностей вашего зрения. Также сюда можем поставить линзы со сложной конструкцией и поляризационную линзу, что немаловажно, потому что человек, который водит автомобиль, просто это ему необходимо. Вот, и вообще поляризация, она создает определенный комфорт. В оптике НН вам на выбор предложат французские линзы BBGR, линзы производства Южной Кореи и Чехии. В салонах вам подробно расскажут о преимуществах каждых из них и помогут сделать оптимальный выбор. Есть здесь предложение и для детей. Огромный выбор оправ, как у взрослых, только лучше. Для подвижных малышей гнущиеся оправы, которые практически невозможно сломать. Не нужно думать при этом, что хорошие очки вам не по карману. Ценовая политика салонов «Оптика НН» такова, что очки для себя найдет здесь каждый. Ведь наш посыл, чтобы была правильная коррекция, несмотря на цену. И мы можем это предложить. У нас есть недорогая линза и недорогая оправа. Но самое главное, чтобы это было правильно скоррегированное зрение. Понимаете, несмотря вот как бы на достаток. Если же вам приглянулась дорогая оправа и вы непременно желаете линзы люксового уровня, тоже не беда. В салонах «Оптика НН» действует рассрочка платежа на 3 месяца. И, конечно, здесь вы найдете все необходимые аксессуары. Чехлы, цепочки для очков, лупы, салфетки из микрофибры. В наличии окклюдеры для коррекции косоглазия у детей. Также в «Оптике НН» огромный ассортимент контактных линз. Как обычных, так и цветных и даже под заказ фантазийных. Мы можем вам предложить и гидрогелевую линзу. Вот, и кислородопроницаемую линзу, все по уходу растворы и капли, то есть все это у нас присутствует.
Одним словом, в салонах оптики НН есть все, чтобы каждый человек мог видеть мир во всей его красе. Сеть магазинов «Оптика НН», Курчатова 18, «Юности 1», торговый центр «Микс» и «Ленина 45». Расставаться с деньгами нужно легко, но помните, только те траты полезные, что приносят нам радость. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом. Удачных вам покупок!